Слизняк присосался. Какая? Ну это ты уже все. Кот переросший, да. Сейчас разговорю старый. Только зашли. Да забыл. Целый. Не знаю. Ого. Да, проверим. Крест надо убрать. Да пополам его и все. Ох. Жалко. Нет, ты его разрежь, чтобы было видно, что его тащит. Он, видишь, все. Подожди. Экономист. А. Экономист. Вижу. Это хороший. Да. Смотри, что. Сейчас они будут идти, идти. А это один такой. Срочно, смотри. Ага. Это одна. Хороший. Красавцы. Ничего не скажешь. Это червяк. Да. Вот червивый один. Ну ты два, но они большие. Не, ну, может целые. А один я уже это сорвал здесь, а один вот здесь. Да они червивые, конечно. Что тут? Нет, целый. Да. Ничего себе. Ужас. Сразу пол корзины займет. Да. Целый. Этот все пасется. Здравствуйте. Так-то вроде ничего не видать. Намокло. Вот там это, в лесу видать это, ну ты мама или кто? О. Да, 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 да. Зовет, видать. Ладно, пусть. Вот так у нас. Похоже тут черви. Что тут? Синявки? Да, вот они. Да, синявки уже в один угол ложу. Вот еще одна. Серьезно. Продолжение следует...
Ну все, идем назад. Все в это болото лезть. Вот если только там попугайки. Ага. Белый, да, белый. Ну-ка, давай-ка его. Целый. Пойдет. Не успели еще. Не дошли до шляпы. Вредители. Лепота. Я тоже думаю, а то мы все сейчас погомокнем только. Давай поехали, Иван Чаин найдем. Листьев насобираем и поехали. Будем ферментировать чай на зиму. Вот нашли Иван-чай. Сейчас будем собирать в лесу. Сыроватый, но выбора нет. Вот он, видишь, еще даже не зацвел. Какие-то цветы у него пропадают. Нормально. Пойдет. А Надя, ты их это встряхивай. Конечно, подожди несколько, чтобы это самое. Не, это низковато. Вот, вот где-то так вот, вот так, да. Там уже все. Да, вот так. Говорят, что надо петь песню и собирать его, как бы, чтобы быть веселым в настроении. Ну, пой давай. Я не знаю, что петь. Да хоть что. Молодец. Так, ну вот, нагнали. На две банки хватит. Пока. Больше, по-моему. Да? Ну, две. Карли, где он? Так, Карли, попробуй. Ну вот. Успокоился, папа, слава Богу.